даже взрослые мальчики иногда плачут. Взрослые мальчики плачут от бессилия, когда держишь удар, но не можешь дать сдачи. Прости, я не хотел, чтоб ты таким меня видела. Если б ты знала, как я устал, кончился выжат, потерялся, посмотри на меня, каким я стал. Напомни, когда я в последний раз смеялся. Пожалуйста, позволь мне побыть одному. Пожалуйста, позволь мне побыть одному. Ну и так далее, в общем. Группа «Таракан» у нас сегодня. Для совсем новичков нужно вот сделать, чтобы было красиво и в то же время очень просто. Это максимально легкий вариант, который я могу вам предоставить. Сразу скажу, аккорды будут в моей группе ВКонтакте, в специализированной теме «Аккорды с разборов». Туда заходите, там текстовый файлик, можете скачивать. Итак, чтобы научиться играть эту песню, нам нужно что сделать? Правильно, научиться играть на квинтах. Если вы не умеете играть на квинтах, то идите в задницу. По-другому сказать ничего не могу. Ну, можете даже в задницу не идти, можете просто выключить видео, поставить дизлайк, написать, что я быдло, что у меня херовые шторы, там рубашка не нравится, прическа и прочее. Чтобы я вас забанил. Ибо таким людям нечего делать на канале. Для тех, кто все-таки может играть на квинтах, кстати, где-нибудь ссылочку повешу, если не забуду, видео о том, как ставить правильно квинты. Итак, значит, начинаем. У нас вступление, там чуть-чуть побрутальнее было, но нужно же сделать попроще, да? Мы ставим аккорд Ре, квинт Ре. Ставим его на 10-м ладу, который. И начинаем мочить. Тупо по-панковски сверху вниз долбим медиатором. Играем медленно. Даже можно говорить не по аккордам, допустим, что надо с ре перейти на до, а с до перейти на ля минор. Играем, короче, абстрагируясь вот от этого пальца, все квинты ставим, как бы, да, мы знаем, как ставить квинты, и абстрагируясь от вот этого вот указательного пальца, мы играем сначала 10-й лад, тан-дан, потом 8-й лад и 5-й. Понимаете, вот этот аккорд, который до, да, вот на 8-м ладу, он тупо переходный. Не нужно много раз бить по струнам. Просто один раз получается, если быстро. Видите, один раз я бью и все, если медленно. Очень просто. Легче не придумать. Следующее у нас уже, собственно, тот самый на 8-м ладу аккорд до. И мы с до переходим на ля диез и потом на аккорд же. Это получается у нас 8-й, 8-й лад, 6-й лад и 3-й лад. Все очень просто. Значит, играем. Потом 8, 6, 3. Только два раза не бьем. 8, 6, 3. Еще раз показываю вкупе. Поняли? Еще раз показываю, вот сверхмедленно, как пьяный синий панк. Все, вступление, значит, мы выучили, закрепили, все смачно и супер. Теперь, после того, как мы закончили все на аккорде соль, играем на квинтах. Даже взрослые мальчики иногда плачут. Взрослые мальчики плачут от бессилия. Стандартный панковский квадрат. Я, кстати, не люблю такие песни, где все играется в одном темпе, не ломано, не переломано. Нет никаких горбатостей. Не люблю я такие песни. Но они существуют, конечно, для того, чтобы потусить, поместиться там, спаслеймить возле сцены и прочее.
Ну, в принципе, в компании, наверное, зайдет там чисто, где нужно поорать. Я люблю несколько другое, но это чисто мое мнение. Это песня, ничего против нее не имею, довольно прикольная. Так, значит, мы играем. Даже взрослые мальчики иногда плачут, взрослые мальчики плачут от бессилия, когда держишь удар, но не можешь дать сдачи. Прости, я не хотел, чтоб ты таким меня видела. Ну и так далее. Здесь только гоняем 4 квинта. С, до, Ж, соль. Вообще, если можно это даже аккордами сыграть, я не знаю, но вступление же вам нужно играть все равно вот такое красивое. Можете вообще по-дебильному сыграть. Значит, чисто на блатных аккордах. Это будет совсем колхоз. Очень многие скажут, что это круче, Вася. Вот так на блатных это круче. Но мы же знаем, те, кто знают, те знают, что я знаю, и вы знаете, что вот по-другому круче. Вот. Так вот, 4 квадрата погоняли, 4 аккорда в квадрате, вернее. До, соль, ре и ля. Ну, а припев у нас, собственно, можете уже разбавить скупые звуки квинтов тупо аккордами, да, вот этой темой. Пожалуйста, позволь мне побыть одному. Пожалуйста, позволь мне побыть одному. Вот так и хочется спеть по-другому. Ну вот, и все, там тоже 4 аккорда. Фа, С, Соль, Д, М. Можете это также по-колхозному ставить вот на блатных. Можете даже сеп, не знаю, поставить там. Пожалуйста, позволь мне побыть одному. Пожалуйста, позволь мне. Ну так, можете закончить, это будет Рафаэлка Вася. Все, короче, больше тут, ну, как бы нечего показывать. Про аккорды я уже сказал. Долбим сверху вниз, и все будет у вас круто. Не забываем подписаться на канал. Вот там, короче, есть такая хрень, да, вот написано «подписаться». Чпок пальчиком. Подписался, и прям вот крутой чувак. Лайк надо поставить и коммент написать. А то, знаешь, лайк впадлу поставить, коммент впадлу написать. Ну, это как бы неинтересно. Ну, что это за колхоз? Давайте уже будем более такими цивилизованными чуваками. Как будто у нас зарубежный YouTube. Ну, ладно, все равно просмотров будет на этом видео мало, поэтому пока. До новых синяков. Во.